Приветствую всех, дорогие друзья! С вами Черный Металл в игре 7 Days to Die. Итак, бегу я тут вроде бы как на военную базу. Точно сказать не могу, не помню, что я там находил. В общем, выучил я себе цементик. Хай он у меня там будет. О, это пригодится. Так, вроде дяденек я не вижу. Занимался чем я весь день, но бегал просто тупо крафтил. Так, у меня пока 7 смертей, кому интересно там было. Так, сейчас я это быстренько добуду, нельзя проходить мимо. Это мне потом пригодится. В этом биоме, кто не в курсе, насколько я помню, под землей нитрат вроде нету. То есть угля вроде дофига, железа, но не нитрат. Не помню точно. Вроде как-то так это все шло. Итак, вот мы приближаемся к данной диспозиции. Ё-моё, что здесь этого нитрата? Мне сейчас интересно кое-что другое. Это военный лагерь, ё-моё. Мины. Да. Сейчас мы будем высматривать мины. Мне было печали. У меня с собой есть что, стальные стрелы. На всякий случай. Угу. Вон еще двоих вижу. Да ё-моё, что же вы такое ГМ мне даете постоянно? Так, ребят, у меня цапляк заканчивается. Мне бы очень он не повредил. Так, где еще один? Я же знаю, вы, ребят, по одному, по два не ходите. Ну ладно. Привет. Я уже перехожу целиком практически на стальные стрелы. Так что мне их как-то не жалко. Надо все равно их все расстреливать. Серьезно? Ладно. Что-то многовато здесь нитратов, я вам скажу. Как-то меня это немножко пугает. Так, пеньки, пеньки, не забывайте, в этом биоме, если решили поселиться жить, лутать пеньки. Это просто бесконечный ресурс, это источник ресурсов всяких разных. Патронов, тут винтовку можно найти, чего здесь только нельзя найти. Вообще бесценная такая вещь. О, то, что мне как раз нужно. Да, буллет гаусинги я скрапаю сразу. Во-первых, потому что я не могу пока делать патроны. Один пень. И даже гаусинги не могу делать. А вот теперь есть вопрос. Хороший вопрос. Где тут мины? Ага, вот я их вижу. Давайте попробуем их. Можно тут собрать в этом моде или нет? Нет, нельзя. Беда, беда. Бедовая. Так, ладно, будем взрывать. Что же делать-то? Итак, главное помнить, что от этого дерева было все в порядке. А как мне вход бы пометить? Меня пока вроде никто не видит здесь. Ну ладно, деревяшек у меня с собой нет, вот так вот пометим вход. Так, тут трава, внутри, надеюсь, мин тут нету. Не забывайте, это мод, здесь может быть сюрприз внутри. Так что будьте внимательны. Сказал он и подорвался на мини, да? Да, я это могу сделать.
очень легко. Как раз плюнуть в кого-нибудь, а потом получить по интерфейсу. Так. А потрошки. Что-то я смотрю, мне потрошки начинают выпадать, точнее гаучи, в громадных количествах. И мне это как-то начинает напрягать. Так как это мод, я не знаю, что будет на второй орде абсолютно. Что они там все перелопатили. Вот этот мод, который сейчас есть в версии, просто там абсолютно все перелопачено. Так перелопачено, что дальше ехать некуда. Так, это у нас Кукин. Так, это прочитаем. Сразу пешко собираем. Правда, вообще-то нелогично сделано, что тут типа вы выпили пиво и работать сможете довольно долгое время. Кстати говоря, алкоголь, во-первых, вреден вашему здоровью, во-вторых, под пивом вы уж точно работать не сможете. И вот почему вот американцы так считают, что тут можно, типа, ну ладно, пусть фиг ты с ним, игра. Паку Plant Seed, ножик и Hunting Rifle. Стоп, сколько он стоит? 68, нафиг этот ножик, 15. Так, давайте я трубки скрабану, что ли. Пластик, а то дороже. Ладно, что потом что-нибудь выброшу. И вот надо мне нарваться на эту бабуйню, да? Как же я без этого? Так, ну это вместо ткани можно его использовать, по сути. Так, семена мне не нужны. А что мне не нужно, кстати? Вот это мне точно не нужно. Вот это вот. Можно и продать вообще, по идее. Нет, этого мне столько не надо. Всякая пистолетная запчасть. Ну, возьму. Сейчас что, сгоняю к торговцу быстро. Это ему быстро все загоню. Я все пытаюсь на шлем насобирать с фонариком. Ну да, вот. А что делать остается? Я пока дойду до этих шлемов с фонариком, я тут фонарею. Так, вот это уже интереснее. Так, а чего у меня много? У меня ничего не много. Давайте дринканем. Сколько стоит? Вообще ничего не стоит. Обида, обида. Хотя эти антибиотики, нафиг, я лучше в воду возьму. Что еще тут может быть? Я по таким лагерям уже 100 лет не лазил. А вот здесь, кстати, может, вот, в таком похожем ящике я нашел снайперскую винтовку. Давайте посмотрим, что это. Может, что-нибудь поинтереснее. Гранатомет. Нет, запчасти от снайперской винтовки. Амма Сюпи Бокс. Так, второй. Что с ними делать, фиг его знает. Ладно, разберемся потом. Сейчас пока не до этого. И у меня слишком сильно растет температура. Так что забираем эту часть. Так. А если я выпью этот антибиотик, что со мной будет? Я вижу свет в конце тоннеля. Да-да-да. Так, ладно, здесь я пошарил. Вооруженный оружейный ящик я нашел. Дальше-то что? Удивите меня. Так, а тут шувышка, по идее, должна быть. Или тут вышки нет? Что-то я не понял. Должна же быть вышка. Нет, вышки здесь нету. Вот обида-то. Ну хоть мины я сейчас вижу. Более-менее. Понятно, вышки нету. Но мины есть. Ладненько. И чё? Чё бы ещё можно было поисследовать? Давайте я сбегаю к торговцу уже, мне на запись. Продам ему весь этот хлам, который тут насобирал. Понял? Чуть не наступил. Да. О, давайте его прибьём. Он там, смотрю, и ходит. Так, ребят, ко мне. Бежать сказал.
Больно. Так, там еще один идет. Вижу. А что по минам не хотел прогуляться? Вот теперь их почему-то потрое. Может, еще один подает попозже? Ну, 28 скиллпоинтов, это ни о чем. Буду уж извинить. Сколько стоит? 210. Уголь. Выкидываем. Это забираю. Семена выкидываю. Газмазок заберу. У тебя что? Потрошки. Вода мне уже не нужна. Обойдемся без воды. Это что? Считаем. Так, ну вроде все в порядке. Взяли нужного. Не знаю, полезное оно или нет, но честно, пофигу. Главное, чтобы хоть что-то было. А, вот еще один. Он отставший, видимо, был. Игра, ты что подлагиваешь-то так? Меня глючит или там подрывается кто-то? Йоу, игра, ты чего? Жесть, профризы тут. О, ножик, мед. Так, вроде никого нету. Сколько мед стоит? Заюзаю-ка я. Яйца, яйца. Выброшу. Так, ладненько. Так, чё она там вот так вот? О, кто-то там взрывает. И давайте посмотрим, пойдем. Вот что она тормозила-то. А тут спаун пошел. Ой, блин, клоуны. То и где меня хантит вообще? Написано, я хантер. Понятно. Где-то там. Молодцы какие. Чего раньше не могли прийти? Минное поле бы очистили. Фейерверки там пускают. Дяди приколисты. Так, давайте-ка сбегаем, посмотрим, что там творится. Привет. Да ёшкин ты матрёшкин. На, и курочка, курочка, курочка. Здрасте. Оу. Вы еще, сударь, живы? Видно, он видел, как его друзья подрывались на минах и стал еще крепче. Чудно. Кто там такой упертый? Вот это интересно мне. Они все взрываются. Взрываются.
жесть какая-то. До сих пор хантер. Серьезно? А, вижу. Ну ладно, промахнулся. Что у них там творится, вот это интересно мне как бы. Что у тебя есть? Да, хорошо они тут походили, я смотрю. Долго будет? Все, прошло отравление. Да, иди ко мне, иди, мой масенький, вот видишь минку. Правильно, правильно. Башка только отлетела. Да-да-да. А надо смотреть под ноги. Я в эксперименталке, знаете, после того, как набегался... Надо место освободить. Ух ты ж, ё-моё! А вот откуда он взялся, а? Блин. Сейчас там трупы все пропадут, я не полетаю. Так, ладно, на паузе сейчас забегу. Так, почти добежал. Тут уже за мной один увязался. Чудик-юдик. Чтоб ему пусто было. Так, я вижу свой бэтпак. Хорошо. Нет, я его не вижу. Мне интересно другое. Куда делось наше привидение под именем Каспер? Ладненько, давайте быстренько посмотрим трупики. Ничего интересного, ничего интересного. Так, мину вижу. А, нафиг. Игровые приставки, я так и не понял, зачем в этой игре вообще нужны. Ну, чисто теоретически могу предположить, чтобы это... чтобы с них электронные запчасти доставать. Вот откуда он взялся и куда вот он ушел, кто мне скажет. Да. Непонятно как-то, непонятно. Воу-воу, опять текстуры глючат. Да. Вот так вот бывает. Что хоп-то под текстурами, и вас не видно. Это проблема не мода. Это проблема не мира. Это проблема оригинала. Я уж как-то раз это говорил. Что только в оригинале все баги стандартные идут, как правило, на рандом. Так, ну ладно.
фонарики продадим торговке. Ой, мне еще 3000 надо этого золотых, так сказать. Да, потому что они реально золотые. Здесь так цены жутко занижены, что дальше ехать некуда. Что ж, на базе давайте-ка я сбегаю к торговцу. Посмотрю сюда, как, чему, почем. И убью вот одного. Кого бы мне убить? А, понятно. Ой, да господи, зачем мне эти контейнеры сорвались-то? Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, с медведем я не справлюсь, это всяко. Так, давайте этого замочим напоследок. И я уйду, наверное, на паузу. Что и... А, ничего интересного. Ладно, я тогда на паузу. Поперся к торговцу. Сейчас ему еще быстренько продам и посмотрю, что у него есть. А, отключу, наверное, запись уже, когда торговцу сбегу. Ну что ж, забегаю я уже к торговцу. Да, кстати, оружейный ящик я вот не помню, показывал или нет. Вот, находится вот здесь, где я достал снайперскую винтовку. Вот он. То есть я пока сюда положил тут колышки, для того, чтобы, если что... А, здесь я был, здесь я был. Для того, чтобы, если что, можно было, ну, чтобы он обновился. Ну, давайте забежим к нашему чудику-юдику. Продать, продать. Он еще и покупать не хочет. Вот зажрался же. А что тебе еще-то загнать? Продать тебе больше нечего, друг мой милейший. Good luck with that. Могу тебе еще... Drop your weapons продать. Or drop your drawers. Бартер левел 3, зашибись. That's enough chit-chat for me today. Бартер здесь, конечно, качает... О, точно, штаблетки хотел продать ему. 2973. А у него это стоит... 5000. Вот ё-моё. Проблемка, проблемка. 159. Тут цены, говорю, занижены, просто жесть. Продать. Стальная лопата. Можно, кстати, продать ему стальную лопату, к примеру. Hunting rifle receiver. Да нафиг он мне нужен. Антибиотики. Бабки. Бабки. 6 баксов за 8 монет. Точнее, за 8, так, в кавычках, цампов. Спасибо. Ну все, ему больше продать-то и нечего. Десятку он это очень дешево берет. Вдруг у тебя ничего не треснет там в случае. Бинты еще дешевле. Ама супи бокс. Вообще нет. Ой, сбегаю-ка я домой. Положу эти ама... Супи бокс. А, так. Чего? Ладно, давайте. Что-то я вот не понял, что это такое вообще. Здесь что, изучаю, так типа патроны? Вполне, кстати, возможно. А ну-ка давайте-ка сбегаем остальные да изучаем.
Лесу прямо камни геймплей фомов. Слушайте, по идее я реально изучаю это патроны. Но проблема в том, что я их делать-то не могу. Я даже порох-то не умею делать. Толк-то мне от их изучения. Ну сейчас давайте сбегаем домой, посмотрим. Что-то как-то мне это заинтересовало даже. Амасю пикбокс. Ладно, амуниция. Ящик поддержки. Ящик. Контейнер. Фиг его знает, как это нормально перевести. Чего? Откуда у меня патроны взялись? Так, ТП. Рецепты. 7,62. Крафт. Ё-моё, только они патроны дают. Вот я слепая макака. Прикольная штучка, кстати. Мне она нравится, нравится. 30 патрошек. Прикольно, кстати. Давайте штук стоит десятку. Да иди ты, тивы, судари, куда-нибудь. Ой, далеко и надолго. Что у меня здесь? Все плавляется. Чудненько. Амасюпибок, значит. Это халява такой чистой воды, я вам скажу, дорогие друзья. Железо, конечно, у меня вообще меньше не придумаешь. Не, хотя можно меньше придумать. Толку-то от этого. Так. Так. Вот что бы еще ему-то продать реально так? Ножик я ему не продам ни за что. Антибиотики тоже не имеет смысла продавать. Лопату ни за что. Я сейчас буду ей копать. Шотган можно тоже еще заценить. Так, сейчас давайте-ка сбегаем тогда еще раз к торговцу. Раз фонарик он покупать не хочет. Эдакий Г. Погодите, Калиперс. Бейс прайс. Так, давайте-ка я сделаю два Калиперса. Ой, у меня тут этот цемент жевает. Точно. Ну ладно, давайте один хотя бы Калиперс. Вот магнум попробуем продать и пистолет. А вдруг получится? Plant Fibers. Это вообще он не будет покупать, да? Газмаск может купить. Бабки баксы. Ну, не насобираю я один пень. Снайпер райфл. Можно продать ему, конечно, чисто снайперку. Но она, боюсь, мне еще пригодится. Жалко ее мне, жалко. Гранатомет стоит 2000. Давайте я гранатомет продам. Ну да, но почему и нет. Давайте уж, как говорится, хотя бы я буду с фонариком, а то это абзац. Если я буду копать шахту без каски, ну это просто будет тихий ужас. Я помню, раньше я этим занимался, это вы вешаете кругом факела. Тогда, правда, игра еще с факелами глючила жутко, так что было крайне весело. Стопы. Вот это мне нужно будет. Это блюзбери, да? Да, блюзбери. А вот эти мне нужны ягодки. Я сейчас них сразу семена заштампую. Надо потом бутагород сделать. Я сейчас бегаю быстренько в пустынный биом. Закопаю там песочка. Ориентировочно мне цемент там будет 90 минут делаться. Если я накопаю песка. Hey, don't come in here, unzip. Интересно, а можно как-нибудь эту ботву отключить? Чтобы он со мной вообще не разговаривал. А, не могу продать. Ой, ё-моё. Эх, извини, друг.
Но мне нужна вот эта вот бабуйня. Не-не-не-не, только не сел, то я точно. То я почти тут все продал, чуть ли уже не в... О, масло-то он как хорошо покупает, кстати говоря. Кстати говоря. Так, я у него кожу еще смогу купить? Вот это мне точно сейчас пригодилось бы. Кожа, кожа, кожа. Лезер. 7 штук, 440. Да, возьмем. Выбора нету. А клей у него есть? Ну, дактейпы-то у меня вроде там есть они сами. Я не помню точно. Клей давайте посмотрим. Я утворить его, к сожалению, не умею. И приходится выкаблучиваться. То есть зомби упадает крайне мало. Нет, нету. Пойду я попробую сделать еще пару арбалетов, дорогие друзья. Что мне там на арбалет-то еще надо? Рецепты. Iron Crossbow. Клей. Так, скотч, так. Кожа. 4 штуки. И пластинки с деревом. Ну, сейчас попробую сделать железный, дорогие друзья, арбалет. Что ж, пока на паузу. Сделаю железный арбалет. Как говорится, и на этом. А, посмотрим. На этом, наверное, сейчас арбалет сделаю железный. Посмотрю, хоть у него сколько урона. У этого, к примеру, 86. С остальными стрелами. С остальными стрелами. 91. Разница в 5. Что ж, побежал я делать остальной арбалет. Ну что ж, дорогие друзья, время приближается к моменту X. 342. 98. Но он уже по качеству, во-первых, намного лучше. Сколько здесь? 98 так и остается. Это получается железные стрелы. Но еще плюс качество, к сожалению. К сожалению, качество. И 105. Вот, пожалуйста, вам почти топовый арбалет. Ну да, придется еще, конечно, помахаться. Это я не знаю. Наверное, продам. А о чем еще с ним делать? Разобрать его на запчасти, к сожалению, нельзя. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы купили наконец-таки фонарик, который нас будет слепить теперь, особенно зимой. Это вообще, ребят, чудо. Смотрите, как он будет сейчас. Как он нас слепит зимой. Вот бегать так с фонариком. Просто чудо, знаете, так. Вырвите глазки. А я теперь вспомнил, почему я не хотел его покупать. Ну ладно. Ладненько. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на YouTube, подписывайтесь на канал. С вами был Черный Металл, игрок 7 Days to Day. И сегодня мы более или менее сделали нормальный хотя бы арбалет. Что будет дальше, как говорится, увидите в следующей серии. Всем удачи, всем пока.